Всем привет! Сегодня мы играем в EUGS Horror Game. Сегодня я постараюсь играть со своим монстром. Давайте-ка начинать. Фотографии мои. Все, котик есть. И можно записать свой голос. Ну. И начнем. Так. Продолжаем. Нужно 20 мешков. У нас режим нормал. Пам-пам-пам. Уже 2 мешка собрано. Глаз. Глаз. Глаз это градус. Я нашел ножовку или бензопила. Что тут? Цифра. Еще цифра. Пусто. Еще. Еще непонятно что. Старая посылка, глаз. Посылка, глаз. Вот она. Это бойленький голова котика. Давайте все быстрее. Прям перед ним. Прям перед ним пролетел. Огонь. Потушить можно? Игра тебе не дает потушить огонь. А мне он пристал. Он пристал мне на шутку. Приставучий котяра. О, туда идет. И сюда. Так. Пусто. Пусто, пусто. Еще мешочки. Ванны что? Ага, тоже есть мешок. У кого-то в животе был мешок. Голова кота пришла к тебе. Печатай. Машинка, печатай. Мне напечатали глаз. Я же тогда... Меня котенок поймал. Так, все, меня поймали. Пусто, пусто. А, кстати, для чего они? Кстати, можно сейчас уже пойти к этому. Открой сейф. Найди ключ. И сейчас мне нужно к в двери, которая открывает портал. Вот. Ключка может показывать. У меня а есть ключ. Ты не знал. Интересно, куда нас телепортирует? Сейчас. В подвал. Куда мне и надо? И где он? Каракандуди. Наверх. Он пошел наверх. Я молния. Маквин. Мешочек. Опа-на. Глаза. Мои мешочки. Как я вас ждал.
Он даже поцелует. Мы еще не все обследовали. Да и нет. Да и нету времени. Тебе нужен последний песочек. Так. Что мне нужно, я забыла. Мне нужны мешочки. Сейчас прикол. Поднимаюсь на этаж свой. И там... Теперь ты пробегай. Вали! Ничего себе, как я быстро прошел. Мне 40 монет дали. Вы сбежали за 5 минут 50. Ваше лучшее время. Локация: особняк и режим обычный. Уровень сложности нормальный. Нормально все. Ладно, сейчас мы будем играть с другим монстром. И это будет в следующей серии. Ну а с вами был я, Рома. Всем удачи и пока-пока.